Добро пожаловать на наш YouTube канал HardRestInfo. В данном видео я вам покажу, как настроить клавиатуру на устройстве Fortes, на устройстве Tecno Pova 6 Neo. Для этого зайдем в меню приложений, выберем приложение настройки, затем прокручивая вниз, выберем пункт система, языки и ввод и экран на клавиатуру. Нажмем на Gboard и тут есть настройка клавиатуры. Тут есть настройки, можно выставить ряд цифр. Показывает переключатель эмодзи, и также можно выбрать тему. Можно такую цвета, я нажму применить. Можно исправление текста включить, и также можно включить непрерывный ввод. Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал, и до новых встреч!